Организатором мероприятия выступило международное общественное экологическое движение «Терра Вива» при поддержке правительства Тюменской области и Тюменского госуниверситета. Как известно, ученые Тюмгу принимают активное участие в освоении Арктики, и их усилия во многом направлены на восстановление экологии этого региона. В нашем университете будем обсуждать очень серьезные проблемы, связанные с реализацией новой культурно-экологической стратегии безопасности в промышленном производстве России. Это тема нашего телемарафона. Очень актуальная тема для Тюменской области, для большой нашей Тюменской области, в которую входят северные наши автономные округа, и где сейчас разворачивается очень мощное, такое интенсивное промышленное освоение арктических территорий. Обсуждение затронуло не только актуальные вопросы экологизации промышленного производства и утилизации отходов, но и основные проблемы мировой экологии, в частности, глобальное потепление. В своем выступлении Николай Дроздов даже сообщил, что на случай мировой катастрофы на острове Шпицберген заготовлены запасы зерна. Глобальное потепление уменьшает ресурсы, вот ледовые ресурсы, а для медведей это страшно, потому что эти медведи ходят до весны вот так по краям, ловят этих самых тюленей, потом им пора возвращаться к своим самкам для летних контактов, продолжения рода. Они подходят к краю ледового этого щита, а до острова Врангеля там 100 километров, вот за горизонтом, не видно, представляете? То есть оказывается, что он в ловушке, он может проплыть 50 километров, может быть даже 100, если, так сказать, специально поставить задачу. У него жир толстый и все, но у него тоже пределы выносливости. И он может, они перестанут доплывать до этих самых островов, где их ждут. Николай Николаевич, но это медведи. Это медведи. Это медведи. А люди? Медведи в опасности, а люди? Чтобы сплотить людей перед лицом катастрофы, этой весной на Шпицбергене будет организован Международный полярный форум «Арктика-2015» и парад флагов регионов России. А исполинский триколор отправят в плавание на дрейфующей базе Борнео. По замыслу организаторов, это должно привлечь интерес к проблемам Арктики и поднять патриотический дух россиян. Георгий Лаев, Алексей Мойсов, Евразион ТВ.